Требую парламентскую республику. Требую вернуть наворованные 200 миллиардов долларов США народу. Требую прекратить преследовать активистов и освободить политических заключенных. Наше правительство на протяжении 30 лет держалось на пустых обещаниях. И сейчас, в это наисложнейшее для нашей страны время, единственной поддержкой, которую я получила от государства, является вот эта маска. Мне ее выдали в акимате и сказали носить и, если что, постирать. Вот так правительство заботится о своих гражданах. Единственным выходом является смена власти, смена режима.